Ассаламу алейкум, друзья, всем привет, с вами я Декс, и в этом видео я вам расскажу о новых событиях, естественно, о новом скине на магический куб. Обязательно посмотрите видео до начала до конца, прямо сейчас все нажимайте на лайк, и опять напоминаю, чтобы вы прокомментировали данное видео, если что, в телеграм-канале будут новости, ну и, естественно, подписывайтесь на мой инстаграм и все соцсети, которые будут в описании. У меня идет набор в гильдию, поэтому пишите «хочу в гильдию» в ВК, я вам отвечу и добавлю вас или в SSNS, или в SS2, или в основную гильдию. Давайте начнем, не буду тянуть. Первая новость, которая будет на сегодня, это новые фаны, которые будут у нас во Free Fire уже очень скоро. По идее, там будет это 29 сезон или какой-то, но просто сказать то, что будет у нас добавлен такой вот ангельский еще фрагмент на данном вот фоне. Смотрите, здесь вот такой вот будет у нас баннер Gold, платина, это алмаз, потом мастер и грандмастер. Вот так вот будет выглядеть. Получается, там это было, возможно, или в ранге скины, а это будет или, не знаю где, ну там написано ранкет, видимо, это будет у нас на рейтинге. В общем, вот так вот будут выглядеть эти фаны, они, в принципе, довольно-таки неплохие. Почему здесь три вида? Возможно, это будет еще и сквад. Смотрите, ранг бум сквад. Не знаю, что это значит, возможно, будет выдаваться за какой-то другой режим, или что, или за ультиматум, то, что рейтинг. И, кстати, баннер Европа плюс, потом вот такой вот герл, ну, довольно-таки неплохо. Дальше, что у нас будет еще? Это будет у нас новая эволюция. Да, про новую эволюцию я должен вам рассказать уже, наверное, в следующем видео, но хочу показать вам просто эмоция, которая будет там. Напишите, кстати, в комментах, как вы думаете, какая будет эта эволюция, на какую вот пушку. В комментах напишите, мне будет интересно почитать ваше мнение, но эмоция выглядит примерно вот так. Довольно-таки неплохо. Смотрите, раз, и вот такая вот перезарядочка такая. Шикарно. Дальше, самая еще интересная информация. Возможно, нам добавят скоро клоунов. Вот честно скажу, это самое лучшее, то, что вот можно, потому что я очень жду, когда нам вернут всех вот этих вот бандитов наборов, потому что у меня нету никакого, кроме зеленого, конечно. 4 скина, красный, желтый, синий, фиолетовый. Напишите в комментах, у кого есть какой-то из этих вот отрядов, бандитов, да, в комментах. Мне будет интересно узнать, у кого, какой есть скин. Но это довольно-таки олдовский инкубатор. Я его жду капец как. Вы просто не представляете, насколько у меня желание получить вот этих вот бандитов. Вы его просто не представляете. Это такое, то же самое, как будто получить штаны ангела. Вот примерно то же самое. Очень жду, когда добавят, когда вернут. Вот, но, конечно, Олда, наверное, будет против, но, блин, уже добавили много событий олдовских, и думаю, то, что если добавят уже и это, то ничего страшного. Кстати, желтый тоже скин такой, тоже прикольный, но мне больше всего нравится это красный скин, реально, он выглядит довольно-таки неплохо. Как-то так, следующая инфа, которую вы, скорее всего, ждали, это по поводу магического куба. Да, у нас давно не обновляли магический куб, и, в общем, вышло видео на зарубежке, где показали, какие есть и какие добавили вообще новые скины за магический куб. Ну и, естественно, предположение тоже выдвинули. Опять же говорю то, что у нас не 100% будет то же самое, это прям, ну, понятно, но просто интересно посмотреть, что же будет на другом регионе. Я заходил на другой регион, смотрел там магические кубы, там действительно есть два новых магического куба, но там, по-моему, скины это из алмазного джекпота. То есть, как они делают? Они добавляют скины из алмазного джекпота, по-моему, вот сюда. Я думаю, то, что многие все, когда увидели на превьюшке, то подумают, то, что нас такое добавят. Но, честно скажу, это реально какая-то мечта будет, если такое добавить. Потому что там, допустим, арктический синий, это вообще прям жесткий будет скин. Или какой-нибудь другой, если добавить, мне кажется, еще будет жесть. Также, в принципе, вот сейчас вы увидите на экране, возможно, какой-то из них добавит нам на регион. Даже вот такого скина будет, мне кажется, тоже очень довольно-таки неплохо. Да, это скины из, по-моему, алмазного джекпота. Скина девушку и скина пацана. Но вот такого скин, который вы видите сейчас на экране, вот он довольно-таки неплохой. Если его закинут в магический куб, мне кажется, будет довольно-таки неплохо и обалденно. Также, самое крутое, что можно добавить, естественно, это вернуть вот такого вот бандита, ну и добавить арктический синий. Естественно, это будет просто жесть, потому что все будут юзать теперь маску, вот этот скин. Ну или, допустим, вот такой вот скин тоже будет довольно-таки неплохо. Как вы знаете, по-моему, эти скины были все в события, поэтому если их добавят и в магический куб,
то думаю, то, что будет ничего страшного. Вот, как-то так. В принципе, думаю, то, что видео было довольно-таки интересное. Пишите в комментах, возвращай новости, чтобы у меня появилась мотивация вернуть новости на канал. Пишите мне в ВК. Кстати, да кто мне пишет? Короче, еще сейчас будет инфа, потому что там я зашел на другой регион. Там тоже есть некоторые события. Вот, и вы обязательно посмотрите до конца видос, потому что там будет еще довольно-таки неплохая тема. Вот, опять же, пока здесь, в принципе, скины, которые есть на зарубежке за обмен ЕСЛ Куба. У нас, не знаю, будет такое или нет. Естественно, это просто мечта. Надеюсь, то, что когда-то нам это добавят, будет просто обалденно. Ну, согласитесь. Вот, как-то так. Обязательно смотрите в субботу, 21, по-моему, числа. Это будет у нас трансляция Free Fire. Там, получается, за 15 тысяч онлайна будет выдаваться эмоция. Я посмотрел, даже, по-моему, даже если не буду врать, то поменьше даже, может быть, онлайн. Там поменяли, короче, прикиньте. То есть, был сначала 25, потом сейчас, по-моему, 15 нужно. Тоже обалденно. То есть, мы, скорее всего, все сможем это получить. Вот, кстати, вот так. В коммент напишите, что бы вы хотели, чтобы нам добавили магический куб. Вот это будет довольно-таки интересно, почитать ваши комменты, что вы хотели бы видеть в магическом. Кстати, ребята, хотел бы вам рассказать о том, какие у нас еще будут события, ну и какие будут у нас еще скины во Free Fire в честь события ВПВС. В общем, как вы можете заметить, в принципе, у меня здесь перед вашими глазами это такое вот, так скажем, колесо фортуны. Оно называется, по-моему, как-то по-другому. Я уже не помню, если честно. По-моему, башня называется она, но не суть. Что здесь есть? Здесь, во-первых, есть лутбокс вот такой, который, возможно, кстати, у нас тоже будет. Вот такой вот изумрудный байк. И, конечно, здесь есть скин, который, по идее, должен быть тоже у нас в Free Fire. У него скорострельность и бронебойность. Честно скажу, это, в принципе, обалденная такая статистика, я скажу. Скорострельность 2, считай, и бронебойность. То есть, прикиньте, это же вообще жесть. То есть, можно будет броники нормально так ломать, скорее всего. Вот, что еще здесь есть? Здесь есть такая вот стеночка. Безмятежный воин, опять же, да, в ВВС. Но она у нас вышла за пополнение. Это тоже у нас вышло. Здесь, в принципе, это вот такие скины, которые были у нас во Free Fire. И больше здесь пока ничего такого не добавили. Но опять же говорю, то что будьте в, ну, в сфере новостей, заходите в мой телеграм-канал обязательно. Вот. И, кстати, здесь вот такой вот вышел тоже ивент, где можно получить такие вот скины. Опять же, это все у нас, по-моему, было. Здесь добавили такие вот скины. Но они у нас все были, кстати. Поэтому, если у нас будет такое вот событие, то знайте то, что оно было уже на другом регионе. И что-то есть тут, может быть, интересное, но, скорее всего, не будет. Кстати, здесь можно вот так вот выбрать уже стенку. И здесь ее можно, кстати, забрать за 150 тысяч онлайн. А у нас на регионе, по-моему, уже поменьше онлайн. По-моему, там 15 тысяч уже поставили. Смотрите, можно взять и получить. Серьезно, прикиньте. Как-то так. Короче, ой-ой-ой-ой, зеленый клоун, довольно-таки неплохо.